А где Варнава? Он ушел один, искать то, что сломало твое копье. Он сошел с ума? Я пытался объяснить, что не стоит и пробовать, но он не слушал. Мол, главное найти эту вещь. Ты его не остановил? Не понял, что ему грозит опасность? Он хочет помочь. И верят, что ради этого стоит рискнуть жизнью? Нужно найти артефакт раньше Варнавы. Малака! Что ж это такое-то? Ну, погоди, Варнава. Зачем ты пошел за артефактом? Власть развращает всех. Ну, сейчас испортится. Да. Прости, что не сумел артефакт остановить его. Он ведь не знал. Захватит его. Угу. На вершине пика Фиаков. Башни Акра, северо-запад. Ой, а мы уже на последней территории. Северо-запад, башни Акры. Мы даже не знаем, где эта территория. Хорошо, кратер находится на вершине пика. На вершине. А где тут вершина у этого пика? А? Вот скажи мне, здесь вершина будет считаться? Здесь? А какая разница? Или где-то здесь? Давай просто осмотримся. Вот, вроде вот правее. Справа от тебя выше, кажется. Правее. Где-то вот выше и правее. Вот здесь вот вроде. А, ты имеешь... А, точно. Наверное, где-то вот так, да, вершина будет. Чуть правее даже, мне кажется, немножко. Нам нужен кратер. Визуально я не вижу кратера тут. Ну, ты поближе подойди и карм найдем. Да, наверное. Сейчас. Или ты хотя бы даже отсюда можешь подняться, посмотреть. Ориентир на гору. Ну да, куда-то туда. Пойдем попробуем. Я почему-то вершину как север-юг воспринял. Я так понимаю, кратер это как раз артефакт оставил? Да, наверное. Ну, хорошо, не полгорода раскатали, или город какой-нибудь. Мне кажется, этот шарик уже кто-то нашел до Варнавы. Все же видели, что он полетел. Пролетел. Никто этого не заметил. Не, я думаю, что это на Варнаве будет. Должен быть какой-то стимул личный, чтобы заставить ее пойти собирать, чтобы люди не пострадали, другие. Они сейчас гадость сделают. О, близко к цели. Угу. На северо-запад от башни Акры. Сейчас тогда точку синхронизации здесь сразу. Угу. Здрасте. А, ну вот она, башня. Угу. Нам будет сложно сражаться с владельцем артефакта без способности. О, тут уже вон что. Где же Варнава? Лучше не лезть в бой и действовать незаметно. Я могу, наверное, их постараться не трогать. Мы здесь еще не закончили. Ничего не трогай, или пожалеешь. О, нет, там кто-то тело увидел. Ну да, идут он смотреть.
ты. Засекли. А ну стой. Нет. Да? Нет. Иди бей уже. Ты умрёшь. Не, на гравировке, кстати, вроде работает. Судя по урону. Лучники. Еще один там. Ага. Стрелы кончились, что ли? Ну, кританье. А, у меня здоровье не полное. Где же Варнава? А шарика-то нет. Артефакт явно упал именно сюда, но Варнава нигде не видно. Нужно осмотреться. Вот бы еще понимать, что, где, куда смотреть. Надеюсь, что не Варнавы. Угу. Сейчас. Тут... А, тут тоже. А я вот это место увидела сначала. Угу. А потом левую метку показали. Сломанный меч, но не Варнавы. Что уже замечательно. Угу. Я тогда сейчас еще там досмотрю. Угу. Тела сильно обгорели. Что тут стряслось? Убил он кого-то, видимо, случайно. Не контролируя силы. Возможно. Это что, кровь? Тут следы. Пираты гнались за Варнавой? А, просто следы. Кажется, следы ведут туда. Здесь точно случилось что-то страшное. Но куда же теперь? А, у нас выбор есть туда или туда. А там тоже метка? Кровавый след тянется на северо... На северо-запад, а много следов ведут на север. Ох. Вот бы знать. Правильно, да. Наверное, все-таки на кровавый вдруг ранен. Ну, я не знаю, на самом деле. Но смотри. Вот здесь как раз сгорели. То есть кто-то с артефактом был. Здесь, да. Я предположила, что он кого-то случайно... А здесь спалил. Кто-то убегал. И меч не Варнава. Не Варнава. Следуя по логике ассасина, надо бежать сюда. По например. Логике, да. Я просто побоялась, что если он ранен, то может быть следы ведут к той усадьбе. Но если складывать улики, то скорее сюда. Угу. Попробуем сюда, в крайнем случае загрузимся. Я думаю так. А возможно, дадут возможность осмотреть и то, и то. А может быть, необходимо будет обе метки проверить. Я там кого-то вижу. Тут ходит. Там какой-то беспорядок. Что-то Варнава где-то прячется. Или его поймали пираты. Нужно покончить с ними. Сейчас. Он там что-то говорил интересное. Моя жизнь спасена. Я думал, ты нам что-то расскажешь. Я тоже думала. Вот это здоровый какой. Его надо... А, не подойти к нему никак. О. Круто. Так, ты свободна. Иди. Нет. На тебе. В спине.
Да ты-то чего, курица? Это петух был. Без разницы. Да я ж-то помру. Ой, здоровья нет. Еще и яд. Курица не могу. Не помирай, пожалуйста, Саша. Я думаю, у меня выбора нет. Только умереть. Ну, держись. Прячься, прячься. Буду подлечиться. О-о-о-о-о. О. И пошли. Ага. Надо тех убить, они все равно нужно, сейчас нужно. Сюда придут. Да-да-да. О, это работает до сих пор. Так. Ладно. Будешь знать. То есть гравировки все работают. Угу. Большое спасибо. Я этого не забуду. Так вы кто? Что полезное сказал? Угу. Непонятно, что происходит. По следам только понятно, что кто-то с этим яблоком, похоже, бегает и вот. Горит он все кругом, дымится. Расскажите-ка, что тут случилось? Тут был какой-то чужак. Разгромил здесь все. Да не один! 10! 20! Не спешите! Как он выглядел? Это был одноглазый безумец. Разрушал все, что видел. Жег мои посевы! Нет, он точно был там. Громил мои стойла. Он будто был повсюду. Ясно. Куда пошел ты? Кассандра, боюсь, это правда. Варнава нашел артефакт. Если в письме была правда, эта вещь может безвозвратно лишить человека рассудка. Да. Я видела тех, кого артефакты обратили в чудовищ. Они не хотят исцелиться. И не могут. А сам артефакт? Мы можем как-то забрать его у зверя, которого он породил. Надо попробовать найти другой способ. Я даже не знаю. Должен быть способ. А если Варнаву не спасти? Не время об этом думать. Рано. Что же нам делать? Нужно найти Варнаву, пока не поздно. Но за ним гонятся пираты и воины, чтобы покарать за то, что он натворил. Я спасу его. Нужно попытаться. Иди по следу. Похоже, Варнава пошел в Кассиопи. Поспеши. Кассиопи. А куда она смотрела? Наверх куда-то? Угу. Куда-то наверх. Вроде ничего такого тут и нет. Я так понимаю, что мы пошли куда надо. Сразу. Мы, возможно, пришли бы туда. Может быть, либо тело нашли уже бездыханное чье-то. Кого он ранил сильно. Либо раненого бы нашли, который бы нам рассказал, что вот там вот был. Безумец ушел туда-то. Угу. А где все? Как-то подозрительно тихо. А нет, вон кто-то есть. А чего вы все сидите? А, во, смотри. Я видела, как он бежал к храму. Ага. Тот, кого сейчас все ищут. Хорошо, спасибо. Накуролесил, конечно. Да. А эта метка там висит сейчас.
Нет, не сюда. С другой стороны, что ли, вход? Да, наверное. А во, можно залезть. Угу, угу. О, великий Зевс, я болен. Пошли ко мне, Аполлона. Избавь от безумия. Оно подчинило меня. Он хотя бы осознает это. Варнава! Кассандра! О, Кассандра, помоги мне, прошу. Со мной стряслась беда. Знаю, Варнава, знаю. Тебе нужно отдать мне артефакт. Мне так страшно. Понимаю. Просто отдай его, ладно? Но... Ты ведешь себя так из-за этой вещи. Отдай артефакт и сразу исцелишься. Он защищает меня. Без него мне конец. Варнава, послушай! Ты не чувствуешь, что он делает? Благодаря ему мне нечего бояться. Раньше я был слаб и труслив, но теперь обрел силу и подобен богам! Раньше ты не сказал бы такого. Отдай его! Нет! Он мой! Интересно, можно было бы как-то диалогом? Хотя вряд ли, я думаю, нет. Я не хочу ранить тебя! Да. Ух ты. Кто там еще? Ого. Новые прилезут. Вопрос, тебе нужно какое-то время выждать? Или нужно взламывать у него там защиту? Возможно. Но я думаю, для начала надо разобраться с этими. Не могу. Ну, значит, дерево. Он меня еще и жарит. Угу. О, круто-круто. А можно даже, наверное, еще сейчас сделать вот так. А, ну в смысле недоступно. Неважно. Я-то знаю, что ты сильна, но мягкосердечна. О как. А, надо выбрать. Да что с камерой такое? Труса выбрать вот этого? Не, я не знаю. Или это нужно какая-то подстава? Нужно уничтожить именно двойников, а не основного. F5 я тут не могу сделать. То есть не ошибиться нужно. А, уничтожить. Он может притворяться, понимаешь? Я не думаю, что в этой игре могут притворяться в этом плане. Ну, давай пробуй тогда. Можно, конечно, попытаться рассуждать. Тот, что делает, молится справа. Похоже на то, да. Может быть, его как раз оставит. Ну, Варнау всегда был набожным, да? В данной ситуации он несколько изменился, конечно, больше на этого похож. Ты помнишь, как спасла меня Кассандра в начале нашего пути? Не обрывай его. Так, это предатель. Хватит! Нужно ослабить артефакт. Я не сдамся. Мне вот этот интересен. О, боги, защитите меня. Кассандра, пощади. А к тому подойди. Угу. Прости меня, Варнава. Нет, стой! Сдаюсь! Пощади меня!
Молю. Вот этого, наверное, ты не настоящий. Вот этот, наверное, притворяется, да? Я не знаю. Я бы оставил его в живых, но не уверен. Все равно. Просто он сказал, ты, типа, слабая на жалость. Ну, давай попробуем. Я не знаю, на самом деле. Это двойники. Двойники. А, так надо всех убить? Понятно. А есть еще где-то, кто прячется? Где он сам-то? Не показывают нам, где он сам. Вот, их троих только показывают. Я думал, надо только этих двоих. Я тоже думала, что нужно угадать. Ну ладно, раз выбора-то, видимо, нет. Я так ослаб. Прошу, пощади. Нельзя просто вырвать у него. Я тебя не трону, только отдай артефакт. Помоги, прошу. Кто я? Что со мной стало? Ты Варнава, мой друг. Оставишь артефакт себе, изменишься навек. Ты не друг мне. Возьмешь его и сразу меня оставишь. Я не поддамся страху. Не вынуждай меня. Я не оставлю тебе выбора, если только ты не готова бежать в страхе. Что делать? Как он сказал, я не оставлю тебе выбора, да, если только ты не готова бежать в страхе. То есть будет выбор отступить, либо... Не знаю, как это можно интерпретировать у ассасинов. Но если я потянусь к артефакту, скорее всего, сработает защитная реакция. А если к копью тоже защитная реакция? Если к копью тоже, да. Не знаю. Давай попробуй к артефакту. Ну вот. Варнава! Да уж, это не пройдет бесследно. Ты ведь не ранен? Опалило сильно, но руки не лишусь. Хвала богам! Человек без руки и глаза. Где это видано? И хотя теперь мне немного стыдно, тогда оказалось, что я действую верно. Зачем ты вообще взял артефакт? Скажи, что на тебя нашло? Да плевать на руку, ты ведь мог погибнуть! Ты же знаешь, я хотел как лучше. Ты не понимаешь, чего избежал. Я чуть тебя не убила. Не волнуйся, я крепче боевого корабля. Послушай меня. Я бессмертна, понял? А ты нет. Ошибка может стоить тебе жизни. Ты умрешь. А нам потом с этим жить. Бессмертна? Ты это серьезно? Да, абсолютно. Вот так. Я знал, что в тебе искра богов. Я оставляю позади всех, кто мне дорог. А тебя чуть не пришлось лишиться навсегда. Кассандра, таков удел смертных. Мы все уйдем по воле богов, и я охотно приму посмертие,
тихие моря и много пирожков с крабом. Знаешь, не смешно. Может и нет, но мы ведь повеселились. А это ведь главное. Сколько нам отведено, не узнать. Но каждый день на вес золота. Золото. Ты все-таки привел меня к сокровищу. А сам только руку изуродовал. Видел, да, как ее там искорежил? Пойдем займемся ей. Хранитель, убедись сама. Ты защищаешь людей, как посредник между их миром и нашим. Твой путь пройдет через земли царей, цариц и завоевателей, по воде и сквозь пламя, к восстанию и перевороту. Но ты будешь нести мир, хранитель. Прими эту ношу ради них и ради себя. Ну, хорошо, что хорошо закончилось. Одно сокровище найдено. Но есть и сюрприз Геродота с Варнавой. Порадовать их, поискать подсказки. Конечно, поискать.